Привет, 8 А. А почему твой голос очень подозрительно похож на голос хаски Бублика? Никакой я не Бублик, я великий демон кастрюли головой. Я все знаю о ваших бедах. Так ты сможешь нам помочь? Я так понял, что вы хотите, чтобы я вернулся к своей жене? Ну да. Это Cool Kids, крутые детки. Мы перестали делать аномалии, теперь мы делаем аномальных людей. Правда, ребятки? Да, мамочка. Она что, ваша мама? Не думала я, что меня до такого жизнь доведет. Ага, мы стали как рабы. Видимо, нас обманывали, что темные маги не подвергаются опасности. Не забывай, мы уже белые маги. Я уже не могу, я устала. Я тоже, может, уже выкинем их вещи? А что это мы тащимся, как черепахи? Мы когда вам еще сказали вещи принести? А, может, вам сказать нечего? А, я, кажется, поняла. Они дар речи потеряли от наглости. И чтобы мы больше слова не слышали про усталость. Фух. Как же это уже надоело. И не говори. Ладно, пошли, а то еще с нами что-нибудь сделают. Что-то так пить хочется. Сейчас организуем. Я смотрю, вы не торопились. Почему вы заставили меня ждать? Простите великодушно, мы бежали как могли. Сегодня остаетесь без ужина. Наказаны. Да мы и так без ужина каждый день. Что-то не нравится? Лучше принесите мне воды. А если задержитесь хоть на секунду, то я придумаю наказание посерьезнее. Живо! Как же они меня задолбали! Где это видано, чтобы величайших темных магов превратили в рабов и заставляли водички принести? Ага. Ну ничего, мы им отомстим! Я предлагаю их уменьшить и раздавить! О, отличная идея! Не пойму. Что за возмущение? Я все слышал. Не забывайте, что и у стен есть уши. Еще хоть слово скажете, я маме пожалуюсь. А она с вами долго церемониться не будет. Что они с вами делали? Да весь день таскали их вещи. Я сейчас в обморок упаду. Это ты скажи спасибо, что они не заставили себя носить. А нам пришлось. А нас с Ксюней заставили все полы в школе перемыть. Мы ни ног, ни рук не чувствуем. Срочно надо что-то делать. Я не хочу быть рабом. Мы ничего не сможем сделать. Да, когда мы думаем о месте или пытаемся что-то сделать, на нас тут же какой-то столбняк нападает. Они следят за нами, слышат каждое слово. Стойте, нам ни в коем случае нельзя сдаваться. Или вас всех устраивает, что нас превратили в рабов? Да, вам нравится, что нам не дают ни еды, ни воды и домой не отпускают? Нет. Ну, тогда в чем дело? Уважаемые учителя, вы же много заклинаний знаете. Сделайте хоть что-нибудь. У меня больше нет сил. Даже на колдовство. И у меня тоже. Ну, должны же быть хоть какие-то варианты. Мы можем остановить время и сбежать отсюда.
Но у нас мощности не хватит, мы неделю не ели. Тогда мы можем попросить помощи у наших подписчиков. Ребята, скорее пишите в комментариях стоп-время. Чем больше будет комментариев, тем у нас будет больше шансов спастись. У вас есть 10 секунд, время пошло. Ребята, вы написали! Спасибо вам большое! Ну что, думали остановить время и сбежать? Не тут-то было. Еще хоть одна попытка что-то сделать, и вам капец. Ну ладно. Что ж, сегодня вы неплохо потрудились. Но это не значит, что мы вас отпустим. Завтра день будет еще интересней. Удачи, восьмая, и спокойной ночи. Ну что ж, придется опять ночевать в кабинете. Я не верю, что мы так просто сдаемся. В этом случае у нас реально нет выбора. Ага, они знают о всех наших мыслях и планах. Придется, видимо, смириться. Ладно, восьмую А, ложимся все спать. Завтра будет тяжелый день. Прошло 3 часа. Да что ты докопалась со своей Ульяной? Я ее не люблю. Действительно. А что она к тебе лезет? Ну, я не знаю. Может, она подумала, что может все вернуть? Ну и вали к ней. Совет да любовь. Ну вы дадите поспать или нет? Извините. А что? Что случилось? А ты здесь что делаешь? Поиздеваться пришел? Нет, я помочь пришел. Помочь? Да. Дело в том, что как только я тебя увидел, то сразу влюбился. Что? Не смешная шутка. Нет, это не шутка. Я не знаю, что с этим делать. Если мама Мегафон узнает, то мне капец. Прости, но у меня есть парень, и я его люблю. Но если твои слова правда, то помоги нам. Говори, что делать. Я ради тебя на все готов. Сделай так, чтобы над нами больше не издевались. Я сделаю все, что в моих силах. Раз ваша мама – это великая мать Мегафон, то получается, что ваш папа – это великий демон кастрюлеголовый? Что? Какой еще демон? Ну, это муж матери Мегафон, видимо, уже бывший. Я даже не задумывался об этом. Но мама сказала, что папа в магазин за хлебом ушел и не вернулся. А кто наш папа, мы не знали. Так вот, теперь знаете, ваш папа – великий демон кастрюлеголовый. Да уж. Ладно, Полина, уже скоро рассвет, мне пора. А то еще спали, что я вам помочь решил. Спасибо тебе большое. Ребята, вставайте, у меня появилась идея. Так что ты там придумала? Смотрите, помимо матери Мегафон, есть еще демон Кастрюлеголовый. Ну и что? И как это нам поможет? Не перебивайте. Кастрюлеголовый – это единственный, кто может повлиять на мать Мегафон. А она, в свою очередь, повлияет на всех остальных. Точно. Только как нам его найти? Мы же заперты. Вспомните, кто из нас был частью матери Мегафон? Ее настоящее имя – Полина! Привет, ребята. Точно! Ты же была ее частью! Вот именно! А поэтому у меня есть подсознательная связь и с демоном Кастрюлеголовым. А это значит, что мы можем призвать его прямо сюда. Гениальная мысль! Нельзя терять ни минуты! Великий демон!
наконец-то у нас получилось! Великий демон, кастрюля-головый, ты где? Нам очень нужна твоя помощь! Да, я здесь. В смысле здесь? В этом кабинете? Да, посмотрите под последней партой третьего ряда. Привет, 8А. А почему твой голос очень подозрительно похож на голос Хаски Бублика? Никакой я не Бублик, я великий демон кастрюли головой. Я все знаю о ваших бедах. Так ты сможешь нам помочь? Я так понял, что вы хотите, чтобы я вернулся к своей жене? Ну да. И мы хотим, чтобы ваши дети больше над нами не издевались. Но сначала вы мне должны помочь снова стать большим. Для этого одного из вас нужно принести в жертву.